Grams, number 8 of the IBF, number 9 of the WBC. His professional record, 13 bouts, 12 wins, 8 wins coming by way of knockout and 1 loss. В красном углу боец из города Екатеринбург, Россия. Ему 27 лет, рост 175 сантиметров, вес 61 килограмм, 50 граммов. Профессиональный рекорд 13 боев, 12 побед, 8 из них одержаны нокаутом, 1 поражение. 8 номер рейтинга IBF, 9 номер рейтинга WBC. Заур Абдуллаев! Okay, guys, come. Okay, guys, get the instructions. I want clean fight, okay? Touch club, good luck. А возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах вложились даже с запасом в рамки весовой категории. Спортсмены на 3 года Заур старше и на 5 сантиметров выше. Что касается Жора Мазаряна, то он так сверкнул в Екатеринбурге в январе этого года, когда брутально, досрочно, главное, победил Дмитрия Юна. При этом бой был драматичным, а Мазарян побывал сам в нокдауне. Но затем отправил в очень тяжелый нокдаун уже Дмитрия Юна, нанеся спортсмену первое поражение в карьере. Что касается Заура Абдуллаева, то, насколько я знаю, возможно, я обладаю устаревшими данными, но он, в общем-то, изначально должен был сражаться, была такая задумка, против Романа Андреева, который тогда же в январе брутально нокаутировал Павла Маликова. Но поменялись обстоятельства, в боксе такое случается, и мы видим Жору Амазаряна. Для него это очень важный бой в карьере против очень серьезного соперника. Заур Абдуллаев входит в рейтинг IBF, в десятку IBF и в десятку WBC. При всем при этом. Прошлый год для Амазаряна выдался весьма насыщенным. Он провел 3 поединка. Отбился в ничью в США, затем проиграл в Беларуси по очкам и выиграл в Екатеринбурге, в России. А, наврал я вам. 2 боя в 2020 и один в 2021 году. 3 последних боя. Вот такие были результаты у Жора Мазаряна. Мазарян очень заряжен, мы видим. Большое количество людей пришли за него поболеть. Ну, и у Заура Абдуллаева тоже фан-база немаленькая в Екатеринбурге. Этого боксера уже знают, любят, в общем-то. Заур парень очень терпеливый, хладнокровный. И однозначно он сделал выводы из поражения от Дэвина Хейни. Ну, проиграет Дэвину Хейни не зазорно. Очень хороший боксер, настоящий чемпион. Мы видим, что пока Заур присматривается, работает одиночными ударами. 2 фактурных парня, 2 бьющих. Главное, что на 10 побед, 7 побед нокаутом у Амазаряна и на 12 побед, 8 побед нокаутом у Заура Абдуллаева. Заур, конечно, стоит по корпусу. Прочувствовал, причем этот удар пропущенный по корпусу Жора Амазаряна. У Амазаряна 2 поражения, но оба поражения по очкам. Одно вот недавно от Арслана Магомедова в Беларуси. И раздельным решением судей в США он проиграл тогда еще проспекту Томасу Матису, американцу. Но, кстати, в Штатах дважды, трижды дрался. Начинается второй раунд в поединке Заура Абдуллаева и Жора Амазаряна. Легкий вес, пояс WBC Silver. Кому-то из них достанется в случае победы. Джеф корпус от Заура Абдуллаева. В своей традиционной манере с высоко поднятыми руками Заур Абдуллаев. Он, кстати, попал сейчас справа Жора Амазарян. Так была перестрелка джебами.
Модик, Модик, Арчар, Модик. Ну и, собственно, Амазарян тоже руки высоко держит, зная про ударную мощь Заура Абдуллаева. Заур Абдуллаев такой боксер, слоу-стартер, если переводить на русский язык. Начинает не спеша поединок, но постепенно от раунда к раунду он прибавляет. Вот Дэвин Хэнни этим воспользовался в свое время и просто засыпал ударами в начале поединка Заура Абдуллаева. И, в общем, за счет этого, в том числе и за счет скорости, поединок выиграл. Но Жора Амазарян, так скажем, не Дэвин Хэнни. И время у Заура есть. Вот смотрите, начинает в середине второго раунда прибавлять Заур Абдуллаев. Начинает выбрасывать больше ударов. Отвечает сдвоенным джебом Жора Амазарян, но больше по защите. Попал сейчас Заур Абдуллаев. Попал. Вот, пожалуйста, все три точно прошил блока Жора Амазаряна с трехударной комбинацией Заур Абдуллаев в предыдущем эпизоде. И, пожалуйста, и перевод на первый этаж. И тут же навстречу апперкот. Заур Абдуллаев боксировал полностью дистанцию в 12 раундов, даже не в 10, в 12 целых, знаете ли, два раза. Что касается Жоры Амазаряна, то он проходил дистанцию в 10 раундов, также два раза. В одном случае выиграл, в другом случае проиграл. Ну, среди не такой плохой оппозиции Амазаряна опять-таки Томас Матис, американец, проспект. Ну и Пабло Мартин Барбоса, представитель Аргентины, которого нокаутировал в Тамбове Амазарян в 16 году. Поддавливает Заур Абдуллаев. Джеб, и тут же справа достает он Жору Амазаряна. Бокс. Итак, третий раунд для из запланированных. Для тех, кто только что присоединился к нашей трансляции, хочу сказать, что смотрим мы все главные события вечера. Бой в легком весе. Отборочный бой за пояс WBC Silver. Заур Абдуллаев против Жора Амазаряна. Российско-армянское противостояние. Сине-красные перчатки Жора Амазарян. И такие серо-серебристые, наверное, перчатки. Это Заур Абдуллаев. Перестрелка пока с дистанции у нас. Бой на средний-дальний. И Заур Абдуллаев так в первой половине раунда дает поработать Амазаряну, а во второй половине раунда начинает уже прибавлять. Вот, снова попал справа Заур Абдуллаев. Так скатрил он этот джеб от Жора Амазаряна. О, хорошая серия от Заура. Какой же фактурный все-таки Абдуллаев, какой он крупный. Но вот сейчас, правда, этот крупный дважды пропустил от Жора Амазаряна. Вот, кстати, так вниз уходит Амазарян. Здесь так, ну, прям напрашиваются апперкоты от Заура Абдуллаева. Апперкоты он бить умеет, кстати. Хорошо на скачке левый боковой от Амазаряна. О, какой апперкот сейчас слева скушал Заур. Отвечает сам. В принципе, Абдуллаев реваншист. И, кстати, пускает на удобную для себя дистанцию Амазаряна Абдуллаев. Не всегда он работает джебом. Но последние секунд 20 вообще не работает джебом. А вот сейчас работает джебом. И вот, пожалуйста, джеб в корпус. Боковой жесткий от Жора Амазаряна слева. Еще один. Хороший бой, чистый, суеты никакой нет.
Видно, что высокого уровня спортсмены сражаются в ринге. Тарсида Амазарянов подает голос. Вот стоять за уровнем, наверное, не стоит перед Амазаряном. Жора может вцепиться и жестко ударить. А вот и Амазарян пропускает по корпусу. Так, сострил здесь по-боксерски Заура Пулаев. Четвертый раунд, дорогие друзья. Заур Абдуллаев, Жора Амазарян. В атаке Амазарян, сдвоенный джеб. Опять, как и в начале предыдущих раундов, Заур дает поработать Жоре. И Жору два раза упрашивать не надо. А вот на встречу хороший апперкот от Абдуллаева прошел. И по корпусу попадает Заур слева. Но у нас тут еще помимо битвы боксеров, битва фан-баз Абдуллаева и Абазаряна. Хороший джеб пробивает Заур Абдуллаев. Очень хладнокровен Заур. И не просто приходится Жоре Абазаряну. Но если брать по уровню оппозиции, ну, один из самых серьезных соперников в карьере Амазаряна. Но, тем не менее, мы видим, что абсолютно не тушуется Жора Амазарян, идет вперед. Ну, близкий бой, еще раз. Думаю, что в голове держит поздние раунды и Заур, и Жора. И самое интересное будет после экватора все-таки. Сейчас рисковать никто не будет. Однозначно. И вот, пожалуйста, обменялись ударами по корпусу оба. Но вот периодически пускает поближе Заур Абдуллаев Жору Амазаряна. И Амазарян этим старается пользоваться в полной мере. Вот здесь навстречу отработал Заур Абдуллаев. Хорошо попал справа. Вот добавить бы к этому удару еще. Зауру было бы очень даже неплохо. Подбирается поближе Амазарян, пропускает удар по корпусу. Вот, пожал Амазарян сейчас Абдуллаев. Но смотрите, нет явного продолжения, но тем не менее бомбардировка продолжается. И с ударом выходит из-за канатов Жора Амазарян. Пытается перехватить, обострить все, вернуть. И сам уже ставит Абдуллаева канатом. Но Заур опытный. Канатом не жмется. Раунд закончен. Ждем пятую трехминутку. Go. Бокс. Пятый раунд. Заур Абдуллаев против Жоры Амазаряна. Отборочный поединок за титул WBC Silver в легком весе. Пошел вперед Жора Амазарян. Заур здесь пережидает и пропускает сквозь блок удар. Все еще не рискует ни тот, ни другой. Вот натыкается Амазарян на встречный удар слева. Снова на встречу попадает Заур. Ну, уважают друг друга ребята. Уважают ударную мощь соперники. Так, первый короткий размен. Пошел вперед Амазарян, почувствовал кураж. Корпус, голова, Жоры. Ох! Вернулся от мощнейшего крюка Заур Абдуллаев. Вот, накатывает Амазарян. Хороший эпизод для Жоры. Не забывает про корпус.
Зря, вот правильно, не стоять у канатов за Уру. Ну и отвечать надо тоже. Хороший эпизод для Мазаяна сейчас. Капа. На место вставили Капу. А Мазаряну, ну там такой удар предплечьем был. Наседает Мазарян. Заур работает как контровик, пропуская сейчас удар слева. Но пережидал. Вот сейчас двоечка от Заура. Мне кажется, местами Заур так уже уж совсем пережидает. И Жора этим пользуется, естественно. Левый прямой от Мазаряна. Отвечает боковыми Заур Абдуллаев. Идет вперед Жора Мазарян. Вот здесь напрашивается апперкот от Абдуллаева, но он предпочитает работать боковыми. Вот. Маловато работает сильными Заур Абдуллаев пока что. Вот апперкот, пожалуйста, справа. Вот попытался Мазарян зацепиться, пропустил навстречу справа сейчас. Вот двойка Заура Абдуллаева под конец раунда, но... Бокс. Шестой раунд из 10 запланированных пошел вперед Жора Мазарян. Отстреливается одиночными ударами Заур Абдуллаев. Ну, честно говоря, Заур не очень на себя похож в этом поединке. Но, с другой стороны, есть еще время у Абдуллаева. А Мазарян, собственно, делает все правильно. Заур ему позволяет подходить поближе. Жора этим пользуется. Вот я бы хотел дождаться момента все-таки, чем раньше, тем лучше, когда Заур Абдуллаев проснется. Возможно, я ошибаюсь, чего бы не знаю, вполне возможно. Но я думаю, что болельщикам Заура хотелось бы большей активности от Абдуллаева, как минимум. Вот, боковой еще один хороший добавит здесь Зауру. Вот чего от него ждут. Жора Мазарян продолжает работать первым номером. Продолжает прессинговать, не забывает про апперкоты сам. Вот опасный апперкот от Мазаряна. Отвечает Абдуллаев. Ну и даже удивительно, что он пропускает Заур сейчас. Так, подцепил его аппером. Жора Мазарян встал у канатов. А Мазарян, возможно, шанс для Заура порастреливать с дистанции. Где удары? Заур. Вот, есть. Ну, а Мазарян отстреливается. О, хорошо. И добавить еще. Но пережидает где-то, пережидает Абдуллаев. Вот, неплохо. И перевести на корпус бы Абдуллаева, но нет. За продолжение атаки нет. Взял паузу Абдуллаев. Опять позволяет подойти поближе Мазаряну. Вот правый боковой точно. И еще раз туда же двоечка от Заура Абдуллаева. Апперкот справа от Мазаряна. Вот так выставляет на джеб Абдуллаев соперника. Ставит в угол. Ну, работать нужно здесь Зауру. А Мазарян в защите. И ждет момента, чтобы ударить навстречу. Ну вот. Но здесь может подловить Жора Мазарян Заура. Вот как сейчас. И гонг. Гонг на руку, конечно же, Зауру Абдуллаеву.
бокс. Седьмой раунд. Опасный был. Тревожный звоночек. Звоночек. Ох, русский мой. Дикция, координация. Тревожно было за Заура Абдулаева в конце предыдущего раунда, конечно же, его болельщикам. Пропустил он очень серьезный удар. Жора Мазарян подтвердил репутацию жесткого бьющего парня. What? Time. No, stop. Hey. Аккуратнее работает головой, делает замечание Жоре Мазаряну, рефери. Что ж такое, я ж тебе говорил, не надо, а ты продолжаешь. Нехорошо, не по-товарищески. В атаке Заура Абдулаев, да, ему нужно показывать, так сказать, то, что он хозяин ринга в конце концов. Но опасен Жора Мазарян. С ним зевать нельзя ни в коем случае. Но еще раз, бой близкий, вот честно. Ни в одну калитку. Если кто-то думал, что будет мисс-матч, легко Заур будет выигрывать, ничего подобного. Лично для меня не ясно, кто здесь побеждает. Вот опять. Ходит к канатам сам Жора Мазарян. Ну и мы знаем, насколько он бывает опасен в контратаке. Заура нужно быть очень внимательным. Ну, а для Мазаряна шанс еще раз поймать Заура. Когда тут раскроется. Вот сейчас ловит! И это нокдаун! Тяжелый нокдаун! Поймала Мазарян Абдулаева. Ох, такая драма! Как там говорил Геннадий Головкин, big drama show, you are welcome. И есть еще время у Мазаряна клинчевать Зауру. А Мазарян в режиме убийцы добивает, пошел на добивание. Заур даже заклинчевать пока не может. Ох, тяжело как Заура Абдулаеву. Нужно достоять Зауру. Вообще не клинчует. Шанс для Жора Мазаряна. Шанс еще. Ох. Драма так драма. Что там такое случилось? Выпала капа у Жора Мазаряна. Ну, передышка. Там, кстати, еще и толчок был. Передышка небольшая была для Заура Абдулаева, но должен Заур достоять конец раунда. Сможет ли дожать его Жора Мазарян? Там, кстати, ответил уже опасно и Заур. Но нокдаун есть нокдаун. Достоит. Скорее всего, достоит, додержится Заур Абдулаев. Но раунд, конечно, проигран. Ух! Восьмой раунд. В седьмом раунде побывал в нокдауне Заур Абдулаев. Соответственно, раунд ушел Жоре Мазаряну однозначно. Ну и пойдет ли Жора Мазарян на добивание? И вопрос, насколько восстановился Заур Абдулаев за перерыв. Джеб от Заура Абдулаева. Как я и предполагал, самое интересное началось после экватора. В седьмом раунде мы увидели нокдаун. Что будет в этом раунде? Двойный джеб от Мазаряна. Включает джебом Абдулаев. Вот, неплохо сейчас от Заура было. И еще раз. Ну, а Мазарян хорошо держит. Нужно отметить, оба поражения у него по очкам. И, в принципе, положение это от бьющих ребят. Попал справа Мазарян сейчас. Психологическое преимущество, конечно же, на стороне Жоры. Тут, что называется, к гадалке не ходи.
может быть, где-то постарается раунд восьмой так погулять Заур. Просто прийти в себя. Ох, пропускает справа банку сейчас Абдуллаев. О, смотрите, Амазарян не полетел на добивание. Вот сейчас будет выцеливать Жора. Очень хладнокровно будет работать. И ответ от Заура. Все переждал, все перетерпел Амазарян. Встал у канатов. И будет ждать момента, когда раскроется Абдуллаев, чтобы выстрелить навстречу. Такое уже было. Переводить на корпус нужно Абдуллаеву. Забыл про первый этаж. Заур практически. Вот, хорошо. Отвечает Амазарян, но по защите. Последняя минута восьмого раунда. Но я думаю, что в этих раундах силы уже беречь особо не надо. Работать. В первую очередь это касается, конечно же, Заура Абдуллаева. И снова падает Капа в третий раз. Но тут я не знаю, какие были причины выплевывать Капу или ронять Капу у Жора Амазаряна. Вот так вот. И снимают балл Жора Амазаряна за систематическое выплевывание Капы. Ну так скажем, если раунд заберет Абдуллаев, то у нас счет, так скажем, выравнивается по раундам 10-8. Амазарян это понимает, попадает справа и идет в размен. Пытается вытянуть в размен. 9-й раунд, дорогие друзья. Ну, момент истины. Жора Амазарян оказался очень-очень серьезным соперником. Оказывается, бой не закончился. Очень серьезным соперником для Заура Абдуллаева. И побывал уже Заур в нокдауне. Другое дело, что в предыдущем раунде был снят балл за систематическое выплевывание капы Жора Амазаряна. Но еще есть 2 раунда. И справа регулярно пропускает. Вот есть такая дырочка у Заура под удар справа от Жора Амазаряна. Вот, попадает хорошо сейчас слева с дистанции Заур Абдуллаев. Но вот не удается ему держать на своей дистанции соперника. Специально отходит канатом Жора Амазарян. Ждет момента, когда раскроется Заур, чтобы справа хлестнуть. И Заур здесь аккуратен, осторожничает. Забыл про корпус Абдуллаев. Перестал работать по животу. То есть промазал Амазарян, но можно было бы наказать, если был посвежее Заур Абдуллаев. Вот хорошо, и повтор нужен. В атаке Абдуллаев, но здесь может опасно ответить Амазарян. Не ответил, просто ушел от канала. Пожалуйста, здесь по защите, правда, но удары у Жоры тяжелые. Заур уже прочувствовал на себе. Остается перед соперником Абдуллаев, чем Амазарян пользуется. Непростой поединок. Очень напряженный. Это на секунду представил, а если бы на месте Амазаряна был, ну, да хотя бы Теофимо Лопес. Да. Ну вот шанс для Заура. Опустил руки Жора Амазарян. Левый боковой от Абдуллаева. Попал сейчас. Абдуллаев, но не продолжил развивать атаку. Заканчивается 9-й раунд. Нужна яркая концовка Зауру в первую очередь. Назарян в режиме контролика действует.
Уважаемые дамы и господа, заключительный раунд боя. Ваша поддержка! Финальный 10-й раунд. Ну, а у кого больше сил осталось и энергии? Пошел, грызается Амазарян в Азаура Абдуллаева. Азауру нужно отвечать. Все, хватит экономить силы, если они остались. Жесткие боковые от Амазаряна. Ну, где работа Абдуллаева? Пошел вперед Заур Абдуллаев. Здесь подлавливает его Амазарян периодически. Наседает Абдуллаев, но вот сейчас справа попадает точно, но к этому удару нет продолжения. Вот серия боковых, но больше по защите от Заура Абдуллаева. Заур, конечно, поактивнее. Вот попал! Попал Абдуллаев, но совершенно забыл про корпус. Охотится только за головой, но здесь можно хапнуть банку. Все, перетерпел Жора Амазарян и готов. Готов ответить. Но капу сейчас уже нельзя выплевывать. Все. Ох, какой бой драматичный мы с вами смотрим, дорогие друзья. Попадает опять справа Жора Амазарян. И снова он встречает ударом справа точно Заура Абдуллаева. Абдуллаев идет вперед, но без ударов. Где удары у Абдуллаева? Амазарян очень неплохо контрит, мы видим. Заур очень устал. Ну вот! Вот, копил на концовку. Но Амазарян все переждал и возвращает обратно. Ох, опять эта банка справа от Жора Амазаряна. И слева по корпусу попадает боксер из Армении. Нужны удары Абдуллаеву. Нужна серия, нужна концовка. Амазарян пока очень грамотно работает на контратаках. Ну, где? Будет концовка? Яркая. Не может зацепиться Абдуллаев за Амазаряна в конце. Вот. Ну не поздновато ли ты проснулся, Заур? Опа! Есть нокдаун! О, май гад! Тяжелый нокдаун! Ух! Очень тяжелый нокдаун. И бой закончен. Ждем решения судей. Слушайте, ну... Потрясающий по драматичности, по накалу поединок. И вновь по окончании 10 раундов нам приходится обращаться к судейским запискам. After 10 round, we go for the judges' scorecards. Итак, судья Алена Побывайло. 95-92. 95-92. Судья Юрген Лагас, 94-93, 94-93. Судья Ираклий Малазония, 96-91, 96-91. Итак, в отборочном бою за титул WBC Silver единогласным решением судей победу одерживает. And the winner of the WBC Silver Eliminator by unanimous decision, Заур Абдуллаев!